Добрый день, вернее уже, наверное, добрый вечер, уважаемые болельщики. Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где, наверное, уже через минутку начнется матч 4-го тура чемпионата высшего дивизиона, в котором «Динамо» примет «Гефест». Ну, на самом деле, все понимают, что хозяева-гости, это все здесь достаточно условно. Поле одно для всех, уже полюбившееся и родное. Ну, а сразу же мы вам представим таких важных игроков и кей-плеерс, кого выбрали мы. Наверное, вы понимаете, почему, если немножечко знакомы с тем, что происходит на севере. Хотя бы потому, что Сергей Анохин, который сейчас выступает за «Динамо», перешел туда из «Гефеста», причем перешел вот в это зимнее окно, в то же самое окно, когда Антон Заболотный сменил «Зенит» на «Тосно», когда Эльмир Набиуллин, вернее, «Тосно» на «Зенит», конечно, когда Эльмир Набиуллин и Магомед Аздоев на «Зенит» сменили «Рубин», а Кристиан Нобо проследовал в обратном направлении. И Сергей Анохин успел уже отметиться, причем в обеих встречах, которые он провел за «Динамо», в первом матче за бело-голубых Сергей Анохин забил победный мяч в ворота ЦДК, волевая победа после нулевого первого тайма. Армейцы вышли вперед в матче с «Динамо», а затем динамовцы забили дважды. И вот Сергей Анохин принес победу. Ну а уже в этот уикенд насыщенный, большой, праздничный, потому что в пятницу был День защитника Отечества, 23 февраля, и это был выходной, и мы играем. Высший дивизион играл недоигранные поединки первого тура, один там матч состоялся, а вот три нет. И как раз вот один из таких поединков провело «Динамо», и со счетом 3-0 переиграл «Легион». Сергей Анохин, ну, для форварда, потому что его команда 3 гола забила, вроде бы скромная статистика, одна голевая передача. Но дело в том, что примерно в середине, наверное, первого тайма Сергей Анохин сделал первый в матче голевой пас, причем такой хороший, пяточкой. Да, ну и, знаете, немножечко похоже, наверное, на тот пас, который Карим Бензема на Криштиану Роналду вчера сделал в матче Реал Мадрид-Алавес. Ну вот по сути, наверное, что-то подобное было. Ну, только в роли Криштиану Роналду выступил Андрей Тынин у «Динамо». «Динамо» победило 3-0, 3 очка после двух матчей. Не самый, конечно, лучший расклад, тем более, что ну, на победу над «Легионом» команда наверняка закладывалась, и никакой иной результат она бы не восприняла. Ну, а с «ЦДК» это ну, не то чтобы очки потерянные, просто это не набранные очки в борьбе за чемпионство. Прошу прощения, у «Динамо»-то 6 очков, я тут уже на «Гефест» переключился в своей голове. Так вот, да, у «Динамо»-то 6 очков, и все отлично. А вот «Гефест», да, «Гефест» потерял 3 очка уже. Он «Голдшарк» обыграл 4-2, и это как раз те очки, на которые закладывалась команда. А вот в матче с «ЦДК» было поражение, и это было поражение в пятницу, вот тоже, знаете, 0-0 после первого тайма, как и в матче «Динамо» с армейцами, но во втором тайме, когда «ЦДК» счет открыл усилиями Александра Авдеенко, «Гефест» уже больше ничего не забил. Собственно, вообще ничего не забил и проиграл. Таким образом, 3 очка у «Гефеста». Вот здесь, да, та ситуация. Это в голове переключился, а вас в недоумение ввел. Так вот, набранные очки с «Голдшарка», которые «Гефест» набирать должен был. Хотя, знаете, «Голдшарк» команда сейчас очень хорошая. Там к Шестакову пришли еще Владимир Бритовский и Дмитрий Кожемякин. И теперь команда еще мощнее смотрится, и кажется, что уже может навязывать борьбу фаворитам сезона. И «Гефесту» она, собственно, борьбу навязала, и Бритовский открыл счет в матче. Да, «Гефест» выиграл 4-2, но далась ему, да, победа все-таки ну, не так легко, как, может быть, рассчитывали болельщики этой команды. Ну и в борьбе с «ЦДК» очки не набраны. И, соответственно, сейчас «Гефест» будет стараться добирать эти баллы в противостоянии с «Динамо». Тут уже практически все команды очки потеряли. Вот, собственно, «Динамо» одна из двух команд, которая баллов не теряла. На ваших экранах сейчас результаты сначала были первого круга, ну, а затем и второго, второй части, второго этапа чемпионата. Круг-то у нас опять первый, так получается. Сейчас у нас вот в этой сумасшедшей борьбе в верхней
последней восьмерке. 14 туров для определения победителей, призеров, участников Еврокубков. Все будет очень интересно. Да, ну и вот Динамо очков не теряла. И честно, после трансферов Тимофеева, Анохина и Спички, после возвращения Ивана Спички, уже есть ощущение, что динамовцы вполне себе могут. Здесь рикошет. Ох, как опасно. От Корнилова, по-моему, мяч отскочил. И если бы в створ пошел, уже Гришин лежал, в другой угол падал, не достал бы, но мяч мимо прошел угловой. Немножко провалилась сейчас оборона Динамо. Так вот, сейчас давайте после углового. Ширенков исполняет подачу. Котов выпрыгивает, но здесь Гришин спокойно мяч забирает. На самом деле, давайте вот эти все разговоры я прерву и составы вам расскажу стартовые, если вы титры наши пропустили или не читали в начале трансляции. Так-то вы могли видеть, в каких сочетаниях начинает команда эту игру. И все же. Динамо, хозяева поля, как я уже говорил, номинальные голубые футболки, темно-синие штаны. Голубые кофты, конечно. И состав следующий. Игорь Гришин, номер 30 в воротах. Справа налево в обороне Кирилл Орлов, номер 18. Капитан команды. Здесь момент уже у Динамо голевой. И Станиславский выручает после выхода Дмитрия Голышева. Тому наверняка достанется от капитана. Но сейчас момент еще не доигран. Здесь уже Моисеенков вгрызает. Смотрите, что делает. Угловой все-таки будет. Угловой будет, но вот обменялись голевыми моментами, причем, наверное, ну, в целом они были равноценными, но если у Гефеста удар, который, если бы прямой шел, может быть, взял бы Гришин, да, там рикошеты было опасно, но, по сути, это заблокированный удар Корниловым по статистике, то есть даже не удар створ, то здесь, в общем, только рука уже лежавшего на газоне, выскочившего из ворот Станислава Станиславского спасла Гефеста от пропущенного мяча, поэтому, наверное, я бы момент динамовцев немножечко повыше котировал. Так вот, Кирилл Орлов справа, номер 18, капитан команды, в центре обороны Евгений Корнилов, номер 3, слева Илья Чижиков, номер 6, Андрей Тынян, номер 17, в центре поля, правее левее, штрафной, опаснейший для Гефеста, надо быстренько, пока Андрей Моисеенков не пошел его исполнять. Так вот, Никита Митин, номер 79, и Павел Фарафонов, номер 9, на позиции инсайдов, и Дмитрий Голышев, номер 7, на острие атаки. В запасе у динамовцев номер 19, Александр Локтионов, номер 1, Валерий Леонов, номер 14, Сергей Анохин. Главный тренер Антон Тимофеев, президент клуба Максим Бородкин тоже здесь. На самом деле бросается в глаза отсутствие каких-то вариантов в обороне. Но там, если что, я думаю, и Фарафонов, и Митин могут в оборонку отойти и сыграть по флангу. Ну, а у нас сейчас штрафной Моисеенков у мяча, но у мяча больше Павел Котов. Наверное, все-таки он будет исполнять. Ну, он оба признанные мастера стандартов. Даже не знаю. Немножко им по-разному бьют, но оба хорошо бьют. Здесь Никита Митин подставляет голову, наверное, правильно делает. Там вроде бы Гришин контролировал, а с другой стороны, очень такой опасный был момент. Гефест будет быстро разыгрывать или нет? Нет, не будет. Ширенков, еще одна подача, опять на Котова, но Чижиков его перепрыгивает. Здесь Тыняны, фола нет. Мяч у Динамо. Митин. Мяч в пользу Динамо. Очень жесткий подкат от Станислава Каханова, который у нас в стартом составе оказался, вопреки заявленному протоколу Гефестом. И давайте тогда я состав Гефеста назову. Станислав Станиславский, в воротах номер 32. Справа налево в обороне. Ну, у меня отмечен Константин Лозбенев, номер 4 справа. Но мы видим, что Станислав Каханов играет под номером 51. Значит, Константин Лозбенев остался в запасе. В центре Мартин Хорин, номер 13. А, нет, все прозаичнее. Константин Лозбенев на поле, но он под своим четвертым номером в центре обороны находится. Мартина Хорина нет в составе. Вот по нынешним временам мы с Никитой Лаврентьевым, который сегодня в роли редактора трансляции выступает, так переглянулись, увидев, что Хорин в стартовом составе, удивились, да, вот дожили до чего, да, что удивляемся наличию Мартина Хорина в стартовом составе. Ну так вот, в итоге его и нет в стартовом составе. Андрей Моисеенков слева, номер 6, капитан команды. Андрей Идрисов, номер 90, в центре поля. Над ним Евгений Ширенков, номер 23, Павел Котов, номер 17. Алексей Швындин сказал, не принципиально, кого куда ставить, и сейчас надо забивать. Что ж такое-то? Дмитрий Голышев, второй момент, и здесь уже, да, вышел из ворот Станислав Станиславский, да, он сократил угол обстрела, но, в общем-то, Голышев обязан был в этой ситуации забивать, конечно, но не забил. И
счет остался прежним, нулевым. Так вот, Алексей Швынин сказал, что все равно, куда кого нарисовать, куда кого правее, кого левее. Я нарисовал на схеме левее Котова, правее Шеренкова, ну, потому что видел, как Котов слева в гигфесте выходил. Но, на самом деле, более удобная для него позиция правого вингера, правого инсайда, когда он смещается под свою левую ногу, бьет. Ну, и Шеренкову тоже под правую сместиться, ударить приятно. Ну, и в итоге вот они играют именно так. Правее Котов, левее Шеренков. Ну, и Эрик Корчагин пока совершенно незаметный, номер 19 на острие атаки. Еще один фол и первая желтая карточка в матче, потому что это срыв атаки. Потому что это срыв атаки, как-то арбитр Сергей Тихонов обслуживает встречу, показал немножко странно. Непонятно кому, но на самом деле мы-то просто видели, что фолил Илья Чижиков. Ну и сам фол по себе не был очень грубым, но руку он так выставил, это абсолютно точно срыв атаки. И это еще один опаснейший штрафной. У нас бодрый футбол, 7 минут, уже много голевых моментов, уже опасные штрафные. И сейчас Моисеенков и Каханов у мяча. Каханов — это правая нога, Моисеенков — это левая. На самом деле, с этой точки может ударить и тот, и другой. И в любом случае, они Игорю Гришину затрудняют постановку стенки и выбор позиции, потому что он-то знает, что ударить могут оба. Но бить, похоже, будет все-таки Каханов. Или будет катить. Нет, бьет Каханов и прощает, получается. Динамо, Кирилл Орлов уже и Гришину высказывает, потому что тот стал по центру, излюбленное действие вратарей в ЛФЛ, встать по центру, открыть свой угол, вот в него Каханов бы попал, наверное, не смог бы Гришин спасти, здесь, мне кажется, Кирилл Орлов прав. Ну и в запасе у Гефеста голкипер Сергей Бурцев, номер 84, Мартин Хорин, номер 13, я его, кстати, не вижу, может быть, не доехал еще, полузащитники Максим Ухин, номер 7, Александр Масленников, номер 28, и форвард Алексей Гусев, номер 22. В общем-то, все трое названных мною последними, а также Станислав Каханов, который должен был начинать игру в запасе, по большому счету, еще недавно игроки старта, даже, наверное, в первом круге еще игроки старта. Но вот, видите, все течет, все изменяется. Я перед тем, как составы называть, естественно, Алексей Швынин, главный тренер, Дмитрий Вакуленко, президент клуба, тоже все здесь. Так вот, перед тем, как называть составы, я заговорил о шансах Динамо, начал подводить к этому. Вот после трансферов очень хорошая ситуация для Динамо, кажется мне, особенно с учетом победы на ЦДК. Действительно, на мой взгляд, эта команда, она уже способна бороться даже за чемпионство, при том, что ее так никто пока не воспринимает. На самом деле, вот, ну, всерьез. Да, там у Динамо приятный, интересный состав, хороший поставленный футбол, но все-таки как-то котируется коллектив пониже. По отношению к Грандам и, наверное, поражение от Невы на финише первого круга, не позволившее Динамо первый круг закончить на первом месте, тоже тут все туда же добавило. Здесь моментище. Александр Масленников пожалел, наверное, что зимой проходит этот матч. Был бы сейчас газон помягче, попроще ему было бы. А так Гришин и защитники справились с угрозой угловой всего лишь, учитывая то, какой был момент. Здесь произошли уже замены. Масленников вышел у Гефеста. Корчагин на поле остался. Масленников Шеренкову поменял. И поэтому угловые теперь подают Идрисов. У Динамо двойная замена. Сергей Анохин вместо Голышева вышел, а Валерий Леонов заменил Павла Фарафонова, который не особенно был заметен тоже в первом отрезке, в своем проведенном на поле. А здесь фирменное оружие Гефеста, вот эти вот угловые. Идрисов покатил, и Моисеенков бил, и подкат Митина был запоздалым. Он помешал немножечко капитану Гефеста, но все-таки... Динамовцам не нужно терять концентрацию, потому что Гефест за это наказывает, очень хорошо стандарты команды исполняет. Ну так вот, вот тот факт, что в Динамо не особо верят, только добавляет этой команде шансов. А ведь, смотрите, нет Тимофеева, нет Спички, а Динамо играет очень хорошо и ни в чем Гефесту сейчас не уступает. А поражение от Невы, наверное, да, тоже вот добавило как раз... Не добавило статуса Динамо. Еще один момент. Удар Валерия Леонова. Мяч проходит над или чуть-чуть мимо створа ворота, мимо правой девятки. Или левой, если от Станислава Станиславского считать, смотреть. Пока атаками на атаке отвечают команды. Ну, бывает, что кто-то две подряд проведет, но потом может и две получить по моментам. Ну, примерное равенство тут. Вот XG мы подсчитывать не будем. Мне вообще кажется, что XG, кстати, вот сейчас очень модное, да, вот этот вот подсчет статистических голевых моментов, когда там у команды создала 1,37 момента за матч, там, или там создает 4,27, а реализует 2,12. Вы знаете, немножечко, причем это не в среднем, а
про конкретную игру так могут посчитать. А судьи кто? Все-таки сама по себе система XG, она тоже, наверное, не все показывает. Вот мы видим с вами сейчас просто, что футбол достаточно равный, я бойду острый, и в этом футболе атака превалирует над обороной. Счет 0-0 по-прежнему, это потому что класс команд высок на самом деле. Это действительно, вот это коррелирует, да. А с тем, что мы видим на поле, даже несмотря на большое количество моментов. А такой стиль игры, он ведь на руку болельщикам, в том числе нейтральным. Да, тем, кто болит за Динамо и Гефест, тут валидол приличный сегодня намечается. А вот тем, кто просто смотрит футбол, одно наслаждение. А я знаю, что у нас в Северной Лиге точно футбол смотрит очень много людей. Именно вот любят посмотреть матчи высшего дивизиона. Некоторые, даже увидев расписание, отмечали, что просто праздник какой-то. Хватит свистеть фолы перед штрафной Динамо, решил Сергей Тихонов. Вернее, хватит давать фолы, потому что мне тоже показалось, что здесь не было нарушения. Андрей Моисинков, тем более, ну, любит иногда показать. А здесь еще моментище! А добивание будет или нет? Станиславский потащил и вот не перед собой отбил, а так в сторону, что, опять же, на скользком газоне добить не получилось. Сразу у Сергея Анохина, по-моему, который, да, может против Гефеста отличиться. Интересно, будет праздновать или нет. Тарик Корчагин, который у нас был в титре перед матчем, он из западной премьер-лиги перебрался. Из команды СТК «Магистраль», где он выступал. Вот что касается Эрика Корчагина, он на севере играл за «Империю» и ярко играл. И, по-моему, чемпионом «Империя» с ним становилась в составе. Но потом ушел... Так, прошу прощения, не из СТК... Да, из СТК «Магистрали» сейчас перебрался Корчагин, а там он оказался после нескольких лет в «Атлантисе», с которым он выиграл Лигу чемпионов, в том числе играл в финальном матче против «Гефеста». Ну, Корчагин мастер, Гефест решил проблему острия атаки, где тоже, кстати, Сергей Анохин перестал давать, наверное, результат, которого от него требовали, которого от него ждали. Ну вот, Сергей Анохин в «Динамо» сейчас отлично пока смотрится. Ну... Время покажет, кто прав, да, кто виноват. Но, наверное, расставание Анохина и Гефеста, оно к этому все шло. И сейчас и команде может на пользу игроку пойти. Не представился я сам, Александр Седов для вас матч комментирует. Никита Лаврентьев, редактор трансляции. Гефест прибрал территорию к своим ногам. Если сегодня выиграет он... Догонит «Динамо», будет по 6 очков после 3 игр. У ЦДК вообще 3 балла только пока в таблице. Вот только победа над «Гефестом». У Невы, которую считали одной из топ-команд еще по ходу этого сезона, на данный момент 0. Правда, у Невы еще игра с «Легионом», вы ее увидите, она будет после этого матча. Там не прямо минуту в минуту по окончании игры начнется, не в 19, прям 0-0. Ну, там в 19, там может быть 0-5, 19-10 начнется матч. Дело в том, что на «Флотской» будет окно после игры «Легиона» с Невой. Ну и поскольку вот и ваш покорный слуга комментирует, и затем ему принять участие в матче, и у нас в холодную погоду очень много технических действий сложных приходится проделать с техникой. И да, «Старбитер» небольшую паузу между матчами, но она действительно будет небольшой. Можно будет погреть ужин или там чаек заварить, накапать в кофе коньяка и с удовольствием смотреть футбол дальше. Здесь Леонов идет в подкат, и что, чисто? Ну, может быть, и в мяч, но сзади, через ногу. Сергей Тихонов решил повысить градус борьбы. Время идет, да, он решил, что команды уже разогрелись, и можно дать теперь бороться побольше. Ну, главное не потерять игру арбитру, а все остальное на его усмотрение, на самом деле. Корчагин, Гефест надавливает. Вот сейчас Гефест преимущество обозначает, оно само по себе ничего не значит на самом деле, но давление есть. У Голдшарк 6 очков, к слову, да, больше, чем у ЦДК. Но Голдшарк обыграл Неву в первом туре и после поражения от Гефеста обыграл еще и APC с счетом 3-1 в пятницу.
вернее, нет, в субботу, да, это что, это уже был четвертый тур, второй у нас пропущен, но еще матчи этого тура состоятся. У Легиона и Невы по нулю, и у них игра между собой, как минимум одна команда очки наберет, и максимум одна команда без очков останется вот выше Легиона в группе А после этого матча. Ну и про одну команду я не сказал, умышленно, как я думаю, вы уже догадались, если следите за высшей лигой, потому что это единственная команда, которая набрала 9 очков, и не только поэтому. Вот эта команда, наверное, заслуживает больше всех внимания, потому что она все-таки, наверное, главный фаворит. Ну, все считают, что главный фаворит это... Главные фавориты, наверное, считались Интер-Гефест после трансфера Корчагина. Но в целом Интер мощнее всех смотрится, наверное, на севере по составу, по игре. Но и сегодня, смотрите, Интер уже этот статус подтверждает. Ну, во-первых, Интер обыграл Неву со счетом 11-2 на прошлой неделе. Интер в пятницу выиграл у APC, выиграл в борьбе, на самом деле, с счетом 4-2, но все равно достаточно уверен. У нас пока Максим Мухин меняет Павла Котова, Валерий Леонов поле покидает, по-моему, и возвращается Павел Фарафонов в игру, это уже у Динамо. Ну и сегодня Интер играл с ЦДКА, вы могли смотреть этот матч, 1-1 после первого тайма, и 3 безответных мяча во втором от Интера. Ну и вот команда, да, нету Александра Филимонова, приезжает Алексей Поляков. Ворота защищать. Это все, что вам нужно знать об Интере. Наверное, ну, на самом деле, просто сумасшедший состав. 4-1, очередная победа, 9 баллов. И, конечно, ну да, Нева, наверное, не конкурент в борьбе за титул сейчас. Но, безусловно, победа на ЦДКА – это важная веха, тем более, что ЦДКА обыграл Гефеста. Ну, а в матче с Динамо, ну, тоже там все на волоске висело. Ну, в общем, Интер сделал шажок к тому, чтобы титул завоевать. Но, впрочем, опять же, у Динамо ситуация схожа. У Динамо тоже 6 очков после 2 туров. И может Динамо 9 набрать, если сегодня выиграет. И тогда в какой-то мере даже позиции динамовцев будут, наверное, предпочтителей Интера. Так, на чуть-чуть, потому что статус соперников, обыгранных динамовцами, будет выше. Я думаю, что не только борьба внутри топ-команд решит исход чемпионства, но и судьба чемпионства и призовых мест будет решаться еще во многом по тому, кто как будет играть с командами, которые не претендуют на самые высокие места. И я думаю, что здесь таким X-фактором может стать Нева, например, потому что она, ну, не имеет сейчас, наверное, на той структуры, чтобы бороться за титул, но при этом имеет состав, который, если соберется, в общем, никому не уступает особенно. Да, его можно обыграть, безусловно, и, например, Интер при любом раскладе будет фаворитом в матче с Невой, но у Невы шансы будут неплохие. Алексей Гусев заменил Эрика Корчагина у Гефеста. Кстати, с выходом Максима Мухина Андрей Идрисов переместился во фланг атаки, инсайда, вингера играет. Я уже рассуждал не раз в эфире, что по сути Гефест играет по схеме 3-1-3. С тремя форвардами, вот у Динамо 3-1-2-1, более выраженные. Так-то все вариации, в общем-то, одной схемы, но более выдвинутые игроки группы атаки у Интера, и по сути Гефеста. И по сути Гефест всегда исповедовал модель игры, при которой один человек держит центр. Вот сейчас, правда, особенно хорошо это видно, смещается Идрисов поближе к центру, когда игра на другом фланге, помогает Мухину, но это вот с приходом Идрисова. А так, сначала Вашурин несколько лет держал центр и был дважды признан в составе Гефеста лучшим игроком севера, в том числе и когда Гефест не стал чемпионом. Ну и сейчас Максим Мухин, вернее, прошлый сезон Максим Мухин был вот таким игроком в центре поля у Гефеста. Сейчас он тоже является таким футболистом, но ведь Идрисов помогает. Ну и не всегда Мухин в центре выходит в старте. Даже Идрисов тоже эту может позицию занимать. А вот
Константин Лозбенев, которого пробовали в прошлом году на позиции центрального полузащитника, наверное, вот эту роль не потянул, но нет, худ без добра. Константин Лозбенев нашел себя как защитник, причем как защитник-универсал, способный на любом месте в обороне сыграть. Здесь Александр Масленников не стал отдавать ни Гусеву, ни Идрисову. Пробил самое, наверное, правильное решение. Бить надо. И Игорю Гришину пришлось распластаться на газоне и отразить мяч на угловой. По-прежнему у нас 0-0. Вот эти команды, вот эти между собойщики, Гефест, Динамо и ЦДК, если сейчас за 6 минут голов не состоится, каждый раз первый тайм заканчивается со счетом 0-0, кто бы ни играл, правда? Пока во втором тайме голы были обязательно. Причем обязательно одна команда забивает один мяч. Кирилл Орлов из-за боковой будет бросать. У меня уикенд Кирилла Орлова практически. Играли мы с Динамо в пятницу. А потом с ФК за дубль играли. Кирилл Орлов приезжал, руководил командой ФК. Ну а сейчас давайте комментировать. А его действия. И здесь ему за спину прокрался Александр Масленников. Другое дело, что удар совсем не получился у 28-го номера. Чуть было в аут мяч не ушел. Для Гефеста это, наверное, было бы даже к лучшему. Но все-таки на отворот. В районе углового флага мяч укатился. Усвистел, я бы сказал, потому что достаточно сильно это было. Игорь Гришин вводит ударом от ворот, длинным таким. Но там небольшой Митин проигрывает тоже невысокому, но цепкому Каханову. А вот здесь ошибка в передаче, Тынян и мяч перехватывает, Мухин немножко отстал. Голышев против... Моисеенкова, что ли? Кто там? Или Лозбенев выдвинулся? Лозбенев. Но Динамо мяч сохраняет под давлением Гефеста, но сохраняет. Впрочем, согласитесь, на половине поля Станиславского давно не было боевых действий, поэтому вот эта позиционная атака динамовцев редкий момент для последнего времени! Сейчас вот был рикошет у ворот Динамо. А теперь рикошет в ворот Гефеста после удара Тынянова. И там так мяч полетел, казалось, что залетает ворота, но не попал. Не попал все-таки. Ну вот, динамовцы создали момент, а то как-то Гефест совсем завладел инициативой. И другое дело, что опять же, ну, по факту ничего не значит. По факту ничего не значит. И по факту... Все как угодно может пойти, и это еще не было ничейных исходов в высшем дивизионе А, к слову. У вас настройки несчастные случаи были? Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока, да, пока 0-0. Играть еще очень много времени. Да и в первом тайме достаточно, чтобы изменить цифры на табло. Гефест пытается в контратаку рожаться. Вот не на такое поле, наверное, передача. И ускоряет газон на мяч. Но там был фол на Андрея Идрисова в момент паса. И поэтому арбитр Сергей Тихонов, увидев, что не догоняет передачу, дает свисток. Штрафной удар. Со своей половины поля будет разыгрывать Гефест. Но здесь суть этого штрафного в том, что мяч остается у античных. Обыгрался с Мухиным Лозбенев. Именно как будто проиллюстрировать мои слова, футболисты Гефеста разыграли коротко, чтобы просто контроль создать. Но, в общем, Динамо побежало в прессинг, и этот прессинг дал результат. Уже и так практически мяч отобрали. Но тут еще и фол на Тыняном. Тоже любят показать. Вот их. Если будет 10 единоборств между Тыняном и Моисеенковым подряд, то хоть арбитров таких из фигурного катания, пусть компоненты оценивают, кто там лучше нарисовал. Разбилась игра на эпизоды под конец первого тайма. Борьба превалирует над футболом. Но в целом футбол, тем более для такого поля, а сегодня еще и очень холодно, футбол качественный. Очень. Ну а как могло быть иначе?
там с мячом какая-то проблема вроде как наметилась, а может быть уже и нет. И опять Масленников бросает мяч, и опять он не догонит, если Евгений Корнилов поставит мощную спину. Сейчас Кирилл Орлов не спеша. Трусцой добежит до мяча, ведет его из-за боковой. А играть уже 50 секунд осталось, и нет ощущения, что Сергей Тихонов будет что-то добавлять к первой половине встречи. Корнилов накрывает его Гусев, здорово. Идрисов убирает под себя, бьет, но это уже так немножко удар отчаяния, потому что вариантов не было. Гришин быстренько вводит на Анохина, тот борется с Лазбеневым, проигрывает борьбу, но Митин на подборе, нет, или это Фарафонов? Да, это Фарафонов был, Митин оказался на другом фланге. Масленников набирает ход Идрисов. Идрисов это фантазист, это всегда опасно. Против него Фарафонов. Идрисов придумал пас за спину Моисеенкова. Благо Мухин увидел и успел к мячу. Вот теперь Моисеенков. Последние секунды первого тайма. Гусев, Моисеенков. Передача. Масленников такое ощущение, что не ждал. Падает подниматься. Ну а здесь что, пенальти ставить? Или ничего? Знаете, я склоняюсь к тому, что ничего было ближе. А здесь жестко играет Каханов. Но финальный свисток на перерыв, в общем-то, помогает избежать ему, возможно, даже желтой карточки. На этом мы уходим на паузу. Нас ждет интереснейший футбол во второй половине. А пока 0-0. Возвращаются команды на поле. Вторая половина встречи. Динамо Гефест по-прежнему у нас 0-0. За перерыв ничего не изменилось. Никто даже одного мяча в ворота не отправил. Все пошли к своим тренерам и слушали их. Ну и в каких составах у нас команда начинает вторую половину? Не в таких, в каких начинали первую. Ворота Динамо по-прежнему защищает Игорь Гришин. Тут все стабильно. Обороны тоже стабильная. Орлов, Корнилов, Чижиков, момент и гол! 1-0 Павел Котов на 12-й секунде второго тайма. Открывает счет из зоны левого защитника. Ворвался он, то есть из зоны Ильи Чижикова. Получил передачу и поразил угол ворот Гришина, который в этой ситуации сделать ничего не мог. Даже Кирилл Орлов ему не предъявит, я думаю, претензий. Ну а Павел Котов забивает уже не первый мяч в этом... На этом этапе высший дивизион забивал на Gold Shark. Против ЦДК никто не отличился у Гефеста в пятницу. Ну и важный, важный мяч. Посмотрим, как изменится игра. Но пока закончим составами. Андрей Тынян в центре, Митин и Леонов по краям. Митин правее, Леонов левее. И Сергей Анохин на острие атаки. У динамовцев, у Гефеста Станислав Станиславский в воротах. Оборона справа налево. Каханов, Лазбенев. Моисеенков, момент 1-1! 1-1! Прошло минута и 4 секунды. Прошли. И стандарт здесь... оборачивается точным ударом кого? Правильно, Сергея Анохина, который забивает своему бывшему клубу с рикошетом, но забивает. И так он, пробегая в центре, еще и дал 5 по старой памяти Алексею Гусеву. Но тот не стал вредничать и отбил ладошку. 1-1! Вот никак игра не изменится, да, сократились. Здесь жесткий фол, Корнилов недоволен, а футболисты Гефеста недовольны жесткостью фола. Ну и, в общем, так без желтой карточки обходится. Зато штрафной удар. Розыгрыш быстрый, Гефест любит это дело, тем более с бровки, тем более скользко. Ну и теперь с его составом, как называют состав команды, ей забивают. С обороной разобрались. Мухин в центре поля. Ой, вот это... А вот это что? И будет или нет вторая? Думаю, сейчас пожалеет Сергей Тихонов. Но вообще фол, конечно, на карточку. Именно об этом Моисеенков сейчас идет рассказывать. Прощает Сергей Тихонов. Прощает сейчас Илью Чижикова. Тот не хотел, но... фол получился очень жестким. Вообще, это, конечно, карточка. Котов и Масленников по краям. Алексей Гусев на острие атаки остался, не вышел Корчагин.
Да, здесь спор именно потому, что карточка для Чижикова была бы второй. Он единственный, кто получил карточку в первом тайме. Орлов сейчас жестко идет во двор. Как бы игра у нас не вспыхнула. Ну, для сторонних зрителей это, наверное, к лучшему. Жалуются немножко зрители у нас, что темно. Ну, так вот, да, стараемся мы наладить свет, как только можно. Вроде бы получше стало у нас во второй половине. Надеемся, что и вам будет комфортнее смотреть. Этот футбол очень хороший, он того стоит. Надеюсь, если вам было плохо видно, но слушали мой репортаж, какое-то хотя бы представление об игре получили в первом тайме, но во втором увидите все, что происходит. Голов в любом случае в первом тайме не было, сейчас, уже есть, и уже их два, а сыграно-то 4 минуты, а два гола было уже после того, как минуту 16 сыграли. Ну вот видите, Сергей Анохин в каждом матче за «Динамо» набирает по одному баллу пока, но может быть сейчас будет и больше. Гефест опять забирает территорию, как во второй половине первого тайма. Динамо постепенно переходит на игру вторым номером. Не то, чтобы это был прям уж так уж план, но это рассматривалось, безусловно. Есть возможность. Играем первым номером, нет. Разжимаемся в контратаках, грамотно обороняясь. Такой расклад. Жесткая игра Моисеенкова. Анохин недоволен. Позвонил кому-то, и даже, похоже, взяли трубку, но так друг друга не услышали. Сейчас форвард Гефеста и тот, кому он звонил. Здесь Никита Митин перестарался в борьбе. Ну и вот обратная связь работает, зрители говорят, что стало лучше, причем гораздо, мы рады. Работаем для вас. На самом деле, хотел бы от лица нашей бригады, от спортеру извиниться перед зрителями. Там очень сложные условия, на самом деле. Вот этот холод, ну, не знаю, как говорить об аномальном холоде в конце февраля в Москве. Но вообще, как бы это нормально было когда-то еще в России. Февральские морозы, все такое. Но сейчас, да, мы уже отвыкли. И отвыкли в такую погоду играть, и техника не выдерживает. В пятницу из-за этого сорвалась трансляция матча между ЦДК и Гефестом. Можно было посмотреть 2 минуты перерыва и там сколько, 2 раза по 15 секунд во втором тайме в начале. Но камера не хотела работать. И у нас тут уже много камер поменялось за этот уикенд. А уикенд большой, эфирный. Ну и стараемся сделать все, что возможно. Побеждаем, не всегда это получается сделать сразу, но в целом человеческий разум побеждает искусственный. Ну ладно, вернемся на поле. Здесь паузу мне позволили сделать команды. Они поперекидывали мяч с одной стороны поля на другую. Давайте, что ли, вспомним, как играли между собой «Динамо» и «Гефест». Здесь у «Гефеста» преимущество. У «Динамо» лучше играло с «Гефестом», когда «Динамо» было династией. А вот когда стало «Динамо», к этому времени «Гефест» добавил, уже стал в полной мере той амбициозной командой, какой мы ее знаем, и начал побеждать. Но вот в первом круге этого сезона «Динамо» победила в матче с «Гефестом». И это, конечно, добавило, наверное, позитива команде Антона Тимофеева. Со счетом 1-0, к слову, «Динамовцы» победили. Не пропустили от «Гефеста», а вот до этого последние 4 игры в чемпионате проиграли «Динамовцы» уже именно как «Динамо». Вот пока были династии, в каждом сезоне по разу обязательно побеждали «Гефест», а во втором круге были ничьи дважды и один раз победа античных. Ну и в Кубке «Север» один раз команды встречались, и там победил «Гефест» со счетом 3-1. Собственно, вот так вот и баланс встреч сформировался. Ну вот давно не играли в ничью эти команды. Удар Моисеенкова с правой ноги. От греха подальше кулаками отбивает Гришин в сторону. Ну а «Динамо» опять ждет своих шансов. «Гефест» в атаке. Но брака много. Брака больше, чем обычно у таких команд, как «Гефест». Но это, опять же, это поле. Здесь невозможно, чтобы было без
брака. Сергей Анохин вопрошает, почему нет желтой карточки. Ну, сейчас покажи, Сергей Тихонов, карточку Моисеенкову. Я думаю, взрыв бы случился неминуемо, пометуя о том эпизоде с Чижиковым. Там гораздо жестче было нарушение. Да, здесь срыв атаки. Но даже тот срыв Чижикова, за который желтая была ему показана, он был жестче, чем то, что сейчас сделал Моисеенков, да и ближе к воротам. Сейчас это было все в центре поля, очень на рывке, на старте рывка, а не в момент, когда уже набрал скорость соперник, так что, ну, просто затруднило Анохина движение, помешало ему, но в целом это не ключевой момент, наверное. А здесь может получиться момент ключевой, Анохин удар, гол! Анохин делает скидку, Илья Чижиков с правой ноги, с правой ноги. Ну и вот сейчас наверняка кто-нибудь из футболистов Гефеста как минимум себе под нос пробурчит, что его не должно быть на поле уже. С правой ноги Илья Чижиков забивает. Сергей Анохин до этого в одном матче гол, в другом пас. Сегодня гол плюс пас у Сергея Анохина. Наверняка он сегодня с удвоенной мотивацией вышел на поле. Ну и пока он герой этой встречи. Ну, Чижиков тоже, конечно, но Анохин действительно делает все как надо, все как должно. Собираются уже участники следующей игры, а у нас сегодня дуплетами команды стреляют. То одна, то другая. Ну и вот Александр Масленников, опять же, ну, сколько там, минута. Так, там Кирилл Орлов, не очень хорошо. Минута прошла, там две, может быть, и Александр Масленников сравнивает счет. Не отпускают друг друга сегодня соперники. Весь первый тайм по нулям. А во втором сначала Гефест вышел вперед на 12-й секунде. Через минуту Динамо счет сравнял. А затем Динамо вышло вперед, но тут же сравнял счет Гефест. Потрясающий матч. Потрясающий матч двух равных соперников. Собираются уже участники следующей игры на Флотской. Напомню, это будет матч «Легион Нева». Игра, которая тоже будет показана в прямом эфире. Ну, в 19:00 она не начнется, но после того, как этот матч завершится, достаточно быстро начнется и та игра. Никуда не уходите. И насладитесь еще этим футболом. Конечно, по статусу матч будет пониже, но это тоже выше дивизион А. Но еще у нас есть эта игра, 20 минут, ну поменьше, а может быть и 20, судья наверняка во втором тайме-то что-нибудь добавит. У нас Корчагин появился на газоне. У Гефеста в атаке снова. 20 минут Гусев отыграл. У Корчагина тоже было 20 в первом тайме. Но теперь похоже, что будет 20 во втором. Еще. Ну, по статусу, да, наверное. Распределено игровое время. Ну, если бы Гусев больше, чем один мяч забил в первом круге. Ну, нет, там у него, по-моему, еще позабивал в итоге. Но там сколько? Мяча 4 он забил. Не больше. Так вот, если бы забивал регулярно, наверное, бы играл чаще. А здесь нет фола, потому что Голышев стоял на ногах, пытался низом ударить, потому что очень здорово Станиславский выскочил из ворот, сократил угол обстрела, поле скользкое, перекидывать уже не рискнул Голышев, но и Станиславскому достался, потому что перепрыгивая его, Голышев попал ногами по голове голкиперу. Будем надеяться, что ничего страшного. У нас пока Фарафонов меняет Леонова. Если что, есть Сергей Бурцев у Гефеста. Ну, понятно, что не самое приятное развитие событий, когда вратаря приходится менять. Ну, все нормально со Станиславским. Больно ему, конечно, но все будет хорошо. Два гола забил Алексей Гусев. Вот первый мяч, я точно знаю, что ворота Легиона он провел, а второй ворота, ну, Штурма. Легион обыграли 9-3, Штурм обыграли 9-2. Да, много голевых передач. Плюс он в Лиге Чемпионов забивал нормально. Там покер у него был, но в одной игре с Россошей, по-моему. В общем, ну, в трех матчах 6 голов маловато. Маловато. А Россош обыграли 12-3. Ну, сами понимаете. Да, один из голевых в чемпионате, но это мало для того, чтобы говорить о том, что Алексей Гусев выполнял статистически ту задачу, которая у него возложена в Гефесте. Ну и не реализовал много моментов, хотя форвард очень приятный, мне нравится. Во-первых, очень приятный парень и очень хороший форвард. Я бы так вот поставил
Вопрос. Но Гефесту нужно было усиление. В конце концов, Гусев-то в команде остался, да, ушел Анохин. Тоже о чем-то говорит. Другое дело, видите, что Анохин делает в составе «Динамо». К слову, сейчас Анохин на скамейке запасных. Не знаю, кажется, они вместе с Голышевым на газоне или нет. Пока непонятно. Тынянный сейчас как будто от безысходности бросал мяч. Вперед никого там не было. Но обратите внимание, игра-то отодвинулась от ворот. От ворот «Динамо». И это тоже, наверное, как тенденция в этом матче. Момент, еще один у «Динамо», и как не попадает Голышев сейчас. Сделал, по сути, Фарафанов голевую передачу, хотя сам-то, наверное, планировал себе мяч прокинуть на ход. Но там Голышев так здорово набежал. Ну и должен был реализовывать момент абсолютно равной команды. И, наверное, это заслуга «Динамо», что эта команда сейчас абсолютно на равных смотрится. И в том числе по статусу выглядит на равных с «Гефестом». Станиславский берет паузу. Опытный голкипер понимает, что вот сейчас игра пошла не по сценарию его коллектива. Нужно что-то немножечко поменять. Но, впрочем, футбол такой, что момент может возникнуть в любую секунду и у одних, и у других ворот. И сейчас вообще без центра поля идет игра, обратите внимание. Ну и надо сказать, что Максим Мухин, у него не получается ни в роли плеймейкера сейчас выступать, ни волнореза. Но, может быть, он в этом и не виноват на самом деле. Потому что... Не играют на него партнеры и не помогают ему в центре. «Динамо» тоже все быстро очень проводит. Не так, чтобы Тыняный тоже был максимально задействован в игре. Хотя сейчас, видите, в воздухе здорово сыграл Андрей. Ну, «Динамо» забрало территорию, а уже за экватор переваливает у нас второй тайм. Время второго тайма, может быть, сам тайм не перевалил, кто его знает. Здесь двойной подкат против Тынянова, но чисто было сыграно. Чуть бы раньше он, вернее, чуть быстрее бы он рванул, нарвался бы на очень опасный штрафной в пользу его команды. А здесь, смотрите, как прошла передача на Корчагина, но бить неудобно, против него уже Корнилов. Корчагин убирает, бьет, катит, вернее, под дальнюю штангу. Отражает Игорь Гришин, но проигрывает Кирилл Орлов, к слову, позицию. И кто там влетел, Моисеенков, что ли? По-моему, Андрей Моисеенков набежал и забил этот мяч. Или нет, или Андрей Идрисов. Или Андрей Идрисов. Мы, наверное, сейчас посмотрим повтор, так без видео не разберешься. Ну и вот то, что я говорил, вроде бы уже «Динамо» владело преимуществом. А забил «Гефест». А помните момент Голышева? Все может поменяться в любую секунду. В любую. И еще не раз может поменяться в этом матче. Ничего не ясно. Чижиков закидывает Анохину. Анохин на двух. Пенальти не будет. Не Анохин, Голышев, конечно. Пенальти не будет в таком моменте. Это очевидно. Мы смотрим момент. Как здесь, конечно, Корчагину позволили мяч принять. Даже, знаете, Масленников, похоже, действительно добил мяч. Ощущение, да, что Александр Масленников, ну,
Если мы сейчас ошибаемся, приносим извинения заранее, но тяжело рассмотреть было. Ну а теперь вот уже паузу берет Станислав Станиславский. Кстати, обратите внимание, вот он когда надо было взял паузу, и видите, как все обернулось. Тут же практически его команда забила. Да, Александр Масленников забил этот мяч и таким образом оформил дубль в сегодняшней игре. Так, начинают страсти закипать. Так, карточка сейчас будет. Ну, Голышев должен получить. С Лазбеневым. Да, с Лазбеневым повздорили. Но Голышев, похоже, один получит карточку. И, наверное, это справедливо, потому что... Именно Голышев себя как агрессор повел и откровенно руку выбросил. В адрес оппонента. Лазбенев жестко сыграл, но он сам, да, говорит Голышев, а как ты хотел? Ну да, Дмитрий, наверное, хотел, чтобы его пропустили. Я его могу понять, но так не будет, это точно. Динамо идет в атаку. Леонов делал сейчас навес, но это в руки Станиславскому. Сейчас очень важный момент, потому что Гефест сам может наказывать соперника за увлечение атакой. А Динамо нужно раскрываться. А играть-то 10 минут. Ничья... Наверное, еще там 10 минут назад динамовцам хотелось обязательно победить. Сейчас, ну, наверное, ничья уже не самый плохой исход этого поединка для них. Голышева сейчас поменяют, он слишком завелся. И Анохин нужен на поле. Анохин по сегодняшней игре особенно. Не знаю, выйдет еще Голышев или нет, но они так в основном по 10 минут играют с Анохиным вот сейчас, на этом этапе сезона. Но Анохин заряжен, и это нужно, и наверняка это сейчас поможет команде. А в целом игра сумбурная. В первом тайме она, ну, по крайней мере, в первые минут 20 более цельной смотрелась. Во втором какие-то вспышки, да, но вот именно рисунок пропал. Но поле мешает командам, плюс обилие фолов, эмоции. Ну и вот так вот все здесь и идет. В какой-то мере с бухты-барахты получается. Наверное, сейчас... При другом раскладе можно было бы сказать, что это на руку Динамо. Сейчас, наверное, это на руку Гефесту, потому что он ведет. А если забьет четвертый, это еще не будет победа, но после этого будет очень сложно что-либо сделать соперникам. Угловой зарабатывает Гефест, не будет спешить при розыгрыше. Время работает на команду Дмитрия Вакуленко и Алексея Швындина. А сейчас Моисенков получит, может быть, отложенную желтую карточку, хотя вот Владимир Коржевский, например, может и не дать в таком случае отложенную горчичника. Но вот сейчас все окончательно встало на свои места, и Моисенков не получает предупреждения, как тогда Чижиков, ну а фол, согласитесь, был на желтый, причем у Моисенкова уже полтора срыва атаки на желтую карточку, так что
подровнял. А, Сергей Тихонов. И момент сейчас, может быть, Масленников в любимой точке, смещение в центр, удар в дальний угол, спасает Евгений Корнилов. Головой мяч уже заходил в ворота, не успел бы там Гришин ничего сделать. Ну и видите, неудаление Чижикова, ну не ключевой это эпизод игры. Да, он видел Динамо вперед, но сейчас уже ведет Гефест. Ну понятно, что окажись Динамо в меньшинстве, Гефесту было бы проще, но тоже ведь не гарантия чего-либо. Прошло бы 10 минут, Динамо доигрывал бы в равных составах. Ну а сейчас Чижиков на Фарафонова, тот хитро разворачивается, но сам себя немножко перехитрил, в итоге все замедлил. И перевод на Орлова не получается, рискует Фарафонов нарваться. Здесь Корчагин цепляется, Корнилов жестко играет в вороне, ну а там Кирилл Орлов выговаривает Фарафонова. Логично, ожидаемо. Ставка сыграла. Опять не спешит Гефест, это можно понять. Было бы странно, если бы спешил. Но вот сейчас Корчагин ставит Фарафонова, получается. И Динамо бежит в атаку. Чижиков со своей мощной левой ногой забил сегодня справа. Ух, какой хитрый перевод. Там как-то Тынянный-то не бежал, и поэтому этот угловой, это чуть ли не максимум, что можно было выжить в этой ситуации. И Чижиков играл-то хорошо, интересно, но... Тут надо было Андрею Тыняному все-таки ускоряться в любом случае. Но, правда... Здесь его соперник отмазал. Леонов подает, Тынянный, как? Но там был фол. Это немножко оправдывает Андрея Тынянова сейчас. Но, видимо, да, отталкивал соперника, и это ему помешало нанести разящий удар. Но удар был, в общем, в пустые ворота уже. В пустой угол, да, немножко с острого угла. Тынянный здорово играет головой. Станиславский опять через паузу. Вот мяч ударом от ворот. Не очень удачно, и Леонов будет первым, но там кому? Анохин здесь не успевает, и провожают Каханов и Лазбенев мяч за боковую. Замену делает Гефест. Сейчас, может быть, по одному человеку будет менять. И не спеша. Ширинков, который после того, как стартовый минут сколько? 8-10 отыграл, больше не появлялся на поле. Возвращается в игру. Как ниндзя такой. Ассасин. Ну вот маску снял. Фалит Корнилов. Корчагин подставился на приеме очень здорово. Убивает Гефест грамотное время. Лазбенев. Жесткие последние защитники, да, что Лазбенев, что Корнилов. Вот сейчас один на другого сыграл, получилось. А здесь момент! Мухин! Перекладина! Здорово разыграл Гефест. Не хватает динамовцам в обороне концентрации. Может быть, уже сил не хватает. Тыняный. Здесь Анохин цепляется, вынужден за мячом во фланг отходить. А Гефест очень активен в прессинге, но Чижикову это не помеха. И сейчас он получит Анохина мяч уже на правом фланге. Подкат и аут в пользу Динамо. Показал же арбитр вроде в сторону... В пользу Динамо аут. Нет, вот Чижикову мяч ушел. Масленников там здорово отработал. Да, там еще и с Геннадием Зародышем посовещался Сергей Тихонов. Резервный арбитр, да, не представил, как Геннадий Зародыш, опытнейший рефери, один из самых опытных рефери Северной Лиги. Ну а здесь Масленников может решать, по-другому.
Минута остается до конца поединка, до конца основного времени. Ну, что-то, наверное, Сергей Тихонов командам компенсирует. Как много, посмотрим. Павел Котов. Замены уже на каждой паузе сейчас у Гефеста. В каждой паузе это логично, нужно убивать античное время, продолжать. Тем более, что это хорошо получается. Вот этой своей тактикой они, по сути, нейтрализовали потенциальный штурм динамовский. Ну и в конечном счете, надо, наверное, говорить, что Мухин сегодня справился с ролью человека, который держит центр поля. Может быть, это не идеальный футбол, который исповедует Алексей Швындин, но с поправкой на условия и на результат все сделано четко. 3-2. 3-2, напомним, Гефест перед Динамо, и уже идет добавленное время. А здесь еще поскальзываются динамовцы. Сейчас, конечно, будут грузить. Да, Кирилл Орлов недоволен, что Никита Митин упал. Не знаю, как мог Никита Митин этого избежать. Знал бы, прикуп жил бы в Сочи. Валерий Леонов. Жестко Каханов на угловой. Игорь Гришин побежал в штрафную. Вот это будет номер, если сейчас в прыжке головой Игорь забьет. Леонов будет подавать. Таранный форвард Игорь Гришин. Но здесь на него шел мяч, выбивает Моисеенков, и все. 3-2. Побеждает Гефест. Я, Александр Седов, с вами прощаюсь. Говорю, развивайте спорт себе и себя в спорте. А вы еще услышите интервью после матча. Его Никита Лаврентьев сейчас у кого-то из участников игры возьмет. Рядом со мной Александр Масленников, один из героев сегодняшней встречи. Тяжелая игра, счет 3-2. Какие эмоции после этой победы? Ну, эмоции, конечно, самые положительные. Небольшое физическое опустошение. Вот, но выиграли, поэтому домой с хорошим настроением едем. Сегодня победа в трех матчах. Это хороший результат для такого нового формата турнира? Или же все-таки рассчитывали на больше? Ну, на задаче стояло 3 победы. Вот, немного оступились, но еще играть. Все команды равные, сильные, поэтому будем биться еще кучу времени. Так что, я думаю, мы нагоним, будем бороться за самое высокое место. Ну и пару слов о газоне. Сейчас действительно очень тяжелый период в чемпионате. Холодно, поле стараются готовить. Вот как ощущается непосредственно в самом противостоянии? Ну, конечно, зимний футбол, у нас подогрева нет. Но все-таки зеленое поле радует глаз, поэтому, конечно, вводятся всякие нюансы, но все равные. Вот. Для зимнего футбола, я считаю, в принципе, достойно играть. Спасибо. Вот. Спасибо.